А этот. Галя. Идем к Мае. Давно. Ой, какие у нее красивые, смотрите. Распустились. Красота. У них ремонт полным ходом идет. Сейчас заглянем к ним. Привет. Привет. Чё? Надо же посмотреть. Чё вы? Паша, привет. Ну-ка. Ой, не вижу ничего-то. А полы-то хорошие, да? Но... Крепенькие. Ну, вот тут раз же вскрывали, сбивали же их. Да? Они же скрипели. О, смотри. А это что такое? Вот, вот этого нету. Да? Фундамента нету, но... Поэтому и холод оттуда идет. Еще надо замуровать. Да, он будет тут замуровывать будем. Да, закрываться. Вот это нормально, да? Да. Так-то ничего. Смотри, там дальше земля уходит. Проваливается. Ну-ка, Арчи, подожди. Вот смотри, как провалилось и все. Проваливается земля. Интересно, как это так. Майя, а и дальше фундамент дальше идет, да? Наверное. Где ты говоришь? Вот, смотри, проваривается, вон. Вон-то земля уходит. Земля уходит. Видишь, что творится? Ага. Дом целиком съезжает. Не накреняется, не наклоняется, а вот именно целиком как веточки едет. Едет? Дом едет вот так туда. Скоро мы к соседям приедем. Интересно, а что такой фундамент короткий, вот так вот? Пынковские так строили. И тут решили это. И вот почему он едет, да? И не только, и, видать, не так глубоко он это врыт по всему периметру. Ну, строили, похабно строили. Вот так. На сколько лет нам еще это хватит, каждый раз ремонтироваться. Так, еще будете скрывать? Да, на. Как он будет туда залезать? Может, туда спускаться надо? Ну, нормально, да, аккуратно снял. Да. Ладно, аккуратно снять. Только здесь, да, сняли? Пока здесь. Здесь сделаем, потом это тоже уберем. Аргали. Все подготовим. Перейдем туда. Этот аргалит можно куда-то. Используем. Да вот лежат листы. Не знаю пока куда. Этот как, вообще идите ему, это, веранду? Чё? А, ну он весь такой уже страшный. Тогда можно знать, что это. Как его? Везде такой. Арчи, я забыла. Арчи, я мама про тебя забыла. Пошла такая деловая. Арчи, оставили тебя, да? Ну-ка, смотри. А. Любопытничать не видела. Не видела ни разу, да? Да. Ну, поэтому это... она спокойно обнюхивает.
Арчи, нельзя так. Она хорошая. Чего тебе? Хвостики сделали? Вот такие два хвостика сделала. Чего трясешься? Этот мамин кот нападает на него. Такая зеванула. Ты маленькая кукла. Кукла даже не подросла? Или подросла чуть-чуть? Я не вижу, чтобы слишком подросла. Маленькая такая. Восемь месяцев котенку, блин. Ага. Восемь месяцев, они где-то такие крупные, а эта такая миниатюрная. Да чистая, чистая ты. Ты, наверное, бабушку свою. Та, ну, это, муська-то была маленькая. Ну, Костя где? На это. На работе. На работе? Да. А это чей? Кого? Это моего соседа. Сюда сейчас перебирать надо. А-а-а. Я уже отмыла все. А ты что-то красила, что ли? Да, я вон эту дверь покрасила. А, дверь покрасила. В комнате окно покрасила у себя. Там же не, у меня нету пластика. Ага. Поэтому. Нифига у тебя капуста моя, это, моя капуста вообще позорище. У меня капуста как рассада. Да? Это своя рассада? А? Это своя рассада. Ага. Свою. Это ты раньше же посадила капусту, чем вот это? Я не помню одновременно. Мне кажется, нет, вот это раньше у тебя было. Мне, ты, кажется, позже посадила. Да? Да. Это посадили. Я в этом году без моркови буду вообще. Много чего не будет. Конечно, морковь поздно посадила. Но. Ну. Ну, зато с капустой. Вон, смотри, как капуста хорошая. Ну, это же скороспелка. Помидоры хорошие. А ну, мало их. Ну. Не знаю, лук будет, не будет. Тоже так все поза посадила. Все. Будет, не будет, что. Не будет, порежу, заморожу. Ну да. Конечно, она отъезжает, да? Ну. Не связана она ни с чем. Ну. И смотри, с этой стороны, как выступает она. Ну? А там, чтобы на что полы должны лежать. Там его фундамента нету. Я говорю, вообще строили, похабно строили. А как ты думаешь, может быть, и это на лафету его поставить? Не знаю. Это чтобы вставить, это весь дом поднимать надо. Зачем? Только вот этот угол и ложишь лафет. Да? Что у тебя там есть? Столько ягодок было. А ну, цветок много было. Они все осыпались. Только. Нет. Кислые. А что не кислые у вас? Да? Да. А где яблоки? Груши в этом году опять осыпались. А, осыпались в этом году? Опять муравьи сожрали. Короче, опять. Второй год. Мне как и это, плоды не могут. Этот... Тряпку наматываешь это специями. Большую широкую тряпку, чтобы они не поднимались. Я это где-то видела. Не наступи, не наступи. Что это? Это как его. Ой, Ира прислала.
Сливы? Нет. Это абрикосы, тоже? Абрикос. Это тоже? Это отростки отрастают. Вот. У калинки только вон видит. Майя, в этом году, конечно, у тебя цветы прям море. Всяких разных. Никаких цветов нету. Ну, конечно, это на учебу ездила. Да. Не до этого было. Ну, в следующий год уже все будет все цвести и пахнуть. Ну, насадишь цветов. Первый раз такой, цветов нету. Гербина, не герена, гладиолуса, ни одного нет. Все поражены были, все выкинула, да иди. Ну ладно, что, поехали. О, как раз это 11 натикало. Говори всем пока. Пока.